Уважаемые партнеры, с вами снова Татьяна. Во-первых, хочу всех поздравить с новым 2020 годом и пожелать, чтобы в этом году все ваши желания исполнились. Я хочу, чтобы каждый из вас получил то, что больше всего хотел. Чтобы этот год принес нам всем успех, процветание. С началом нового года стартует наша соцсеть. То есть завтра, 2 января 2020 года, у нас официальный старт. И еще раз хочу пройти по функционалу. Он у нас богатый, намного интереснее и богаче, чем в соцсетях, которые до сих пор есть. Первая наша страничка. У многих выскакивает вот эта вот кнопочка, и под ней мы видим наши языки. То, что многие не могут найти. Здесь у нас крутится глобус, и мы кликаем на название. Выбираем русский. Система запомнит вас, что вы выбрали русский язык. Здесь у нас условие, что мы используем файлы куки. Я уже говорила, зачем они. Обязательно кликаем «Принимаю» каждый раз. Система запоминает. И если мы опять перезагружаем страничку, вы видите, что остаются, язык остается, неважно, сколько раз мы перезагружаем. Итак, что мы здесь еще видим? Вход через соцзакладки. На сегодня есть две соцзакладки, и вы можете войти либо через Facebook, либо через ВКонтакте. Единственное условие, вы должны прописать ID этих сетей у вас в настройках. Далее, здесь мы видим партнеров, иконочки партнеров, аватарки. Что это значит? Мы выбираем любой, кликаем на него и переходим на страничку партнера. Мы попали на страницу Елены Смирновой. У Лены здесь заполнено все, то есть можно как раз показать, как все выглядит, сколько у Лены сообщений, Елена страничка, где работает, учится, страна и соцзакладки. То есть Лена правильно ввела свои соцзакладки, и можно отсюда перейти дальше на странички и посмотреть, чем Елена занимается. Здесь первичная информация, то есть вы видите посты у Лены. И вы также видите, что Лена состоит в двух группах. Здесь тоже можно перевести язык. Еще один нюанс маленький. У нас есть еще один переводчик. Он находится под именем человека и за датой, когда человек поставил, допустим, пост. То есть вот здесь. Мы возвращаемся обратно на страничку нашу и заходим с аккаунта, который я сделала для того, чтобы делать видео. Мы попадаем к себе на нашу главную страничку, то есть там, где мы видим посты наших друзей. Здесь у нас два человека, то есть моя страничка и страничка нашего супота по-английскому. Мы видим, что наши друзья здесь, те, кто у нас в друзьях, что они написали, записали, то есть их личные посты. Далее мы видим наши кошельки. Здесь будет еще один кошелек, я пока про него не буду говорить. Мы видим VIP-партнеров. Здесь, если будет много партнеров, будет ротация. Люди, которых вы можете знать, это партнеры, которыми у вас еще нет контакта, кто у вас еще не в друзьях. Рекомендуемые группы и так далее. Что мы здесь видим еще? Запись. Начинаем с хэштег. Почему с хэштег? Это то, что вас беспокоит. Если у вас есть какая-то интересная информация, и вы будете о ней регулярно рассказывать, желательно начинать с вот этого хэштег, потому что сразу же попадает ваша информация в графу «Популярно», и люди могут найти, партнеры могут найти здесь по хэштегу сразу, что было интересного. Упоминание. Это, то есть наша собачка, и можете взять логин вашего партнера или имя,
написать, то есть вы упоминаете партнера в вашем сообщении. Также можно поставить GIF, и выходит поиск GIF. Возможно, кто-то уже сталкивался с этим. Что это значит? Берете любую букву, ставите, или слово, пожалуйста, только на английском, и у вас выходят картинки, которые вам предлагает система. Если вы ставите сразу слово, допустим, hello поставим, то выходит набор других картиночек. Либо ищите по слову, либо по букве. Что происходит, если мы нажмем? Картинка моментально отправляется к вам на стену. То есть ее видят все, кто у вас в друзьях. Далее, если вы хотите пообщаться с человеком, пообщаться с партнером, вы кликаете на имя. Выходит вот это вот окошечко. Здесь вы можете менять фон. Здесь вы можете посылать смайлики. Можете посылать наши стикеры. Сегодня у нас еще новогодние стикеры. Вы можете также отправлять GIF картиночки. И опять точно так же заводите одну букву или заводите слово и выбираете, какую картинку вы хотели бы послать. И вот она у нас отображается вот здесь. Что еще у нас хорошо? Мы можем с партнером общаться в открытом окне. В окне совсем стороннем, отдельном окне, да? Это нам не будет мешать работать у нас на страничке. Здесь у вас есть партнеры, с которыми вы говорите, и здесь есть группы, но не группы, в которых вы состоите, а это чаты, групповые чаты. Они здесь отдельно. Те, кто в ВКонтакте работает в групповых чатах, знают, что и групповые чаты, и партнеры, то есть ваши личные общения, все в одной куче. И нужно искать. Мне это неудобно. Здесь отдельно, группы отдельно, то есть групповые чаты отдельно, личные чаты отдельно. Вы можете быстро находить информацию или быстро передавать информацию, которая вас интересует. И в то же время вы можете работать у себя и не искать, кто где вам написал. Все это выходит в отдельном окошечке. Что мы здесь видим еще? Мы видим здесь, наш партнер написал на английском поздравление с Новым годом. Также мы видим перевести. Под именем партнера перевести. Мы нажимаем перевести, и это нам переводится на русский язык на сегодняшний день, так как у нас страничка сейчас стоит на русском. Перевод у нас автоматический, поэтому без сильно большой грамматики, да, то есть, но прочитать мы можем, что партнер имел в виду. Теперь я хотела бы еще показать, что такое обновление DoPro. У нас был баннер 50% реферальный бонус со 2 января по 1 февраля. Это значит, что каждый ваш партнер, кто взял один из наших пакетов, принесет вам 50% сразу на выплату. Если партнер взял, допустим, $9 в месяц, 4,50 вы моментально можете вывести. 87, 43, 50 вы моментально можете вывести. И так далее. Я сейчас не учитываю комиссию, которую берет Perfect или Pair. Давайте здесь немножко посмотрим, что у нас здесь есть. Что нам предлагают. 9 в месяц у нас есть функция поднятия до 5 сообщений одновременно. Что это значит? Что нам даст это? У вас есть информация, которую вы хотите, чтобы все видели. И когда вы поднимаете ваше сообщение, то все ваши друзья, все ваши партнеры видят это сообщение, которое получило вот этот значок. Оно всегда сверху. Вы сейчас видели, я показывала, как делать гифку. Вот она, наша гифка. 5 минут назад мы это сделали. И сообщение о партнера, который поставил его день назад, стоит выше, потому что оно у нас в приоритете. Это знак приоритета. То есть, если вы хотите, чтобы ваши партнеры увидели это у себя постоянно вверху, вы можете это сделать, купив пакет на месяц, попробовать, что это такое. Далее. Следующее, что у нас есть,
автодобавление друзей. Ротатор. Ротатор – это встроенная программа, уже есть она у нас, нам не нужны никакие сторонние сайты, которая позволяет вам, допустим, здесь 7 дней, здесь 30 дней, получать без усилий партнеров, каждого зарегистрированного партнера нового, неважно с какой он страны, неважно чем он занимается, они будут автоматически добавляться к вам в друзья. Вам не нужно будет искать их. Вам не нужно будет им писать, вам не нужно ничего делать. Они просто автоматом, каждый новый партнер. Я не знаю, сколько это будет, я не знаю, как быстро это будет, но срок 7 дней и срок 30 дней. Далее, у нас здесь описание по запросу. Что это значит по запросу? Это значит, что если вы взяли годовые пакеты и не хотите попасть в автодобавление, есть такие партнеры тоже, вы оставляете все как есть. Если вы сказали, я хочу попасть в ротатор, вы пишете, я взял пакет Ultima и хочу попасть в ротатор. Только с вашего разрешения. Мы имеем право давать ваши данные третьим лицам только с вашего разрешения. У нас сеть европейская, а в Европе сейчас это очень строго. Ваша приватность превыше всего. То есть, хотите авторотатор, автодобавление, даете согласие, не хотите, оставляете как есть. Это важно. Опять вернемся на главную и вернемся к нашим тыкам. Немногие понимают, что это такое. Мы все привыкли, что нам спамят, нам посылают рекламу. Нас постоянно заваливают какими-то ненужными предложениями, почтовый ящик полный, и ты только начинаешь отбиваться. Тыки – это привлечение внимания без спама. Если я вижу какого-то партнера, я могу его тыкнуть, то есть я могу его толкнуть. Это так, как на улице. Вы идете, вас кто-то толкнул, вы обратили на него внимание, без того, что он лезет к вам в карманы и пытается вам впихнуть какую-то рекламу, да? Вы пишете «тыкнуть», и вот написано «вы тыкнули». То есть партнер получает от вас толчок и идет смотреть, что у вас интересного на страничке. То есть кто его тыкнул, кто хочет привлечь внимание. Точно так же и подарки. У нас подарки немножко другого плана, чем вы привыкли в соцсети, допустим, ВКонтакте. Вы посылаете, допустим, подарок, пишу «отправить». И когда партнер получает подарок, нажимает на подарок, он попадает на вашу страничку и смотрит, что у вас интересного. Здесь все настроено на то, чтобы не было спама. Чтобы вы получали партнеров без спама. На этом этот обзор закончен. Мы будем делать обзоры раз в неделю на двух языках. Почему так часто? У нас богатый функционал. Еще раз. У нас очень богатый функционал, и по функционалу мы будем дальше работать. Мы будем еще развиваться, у нас очень много модулей, у нас очень много возможностей заработка, как с вложениями, так и без вложений, как с привлечением партнеров, так и без привлечения партнеров. Удачных вам заработков с нами, всего хорошего, до следующего видео.